да. А что там было, расскажите, на представлении? Ну, давай, рассказывай. Расскажи. Я так помню. Еще там танцевали. Животные там, тюлени. А тебе что больше всего понравилось? Акробаты. Почему? Самое интересное. А вы тоже видели все представление, да? Да, конечно. А вот как вам? Какое впечатление? Ну, оно направлено для детей, потому что, вот как моя девушка заметила правильно, то есть много всяких вещей постоянно, чтобы дети не концентрировались на чем-то одном. Ну, то есть, да, я действительно заметил, потому что дети смотрят в разные стороны. Они могут смотреть сюда, туда, еще куда-то, и поэтому очень много всего. Ну, то есть, мне кажется, наверное, очень прям правильно. А как вам самоорганизация? Да в целом хорошо. А вам понравилось? Вот как для взрослым интересно на этом представлении, как вы думаете? Или это все-таки больше для детей? Ну, конечно, больше для детей. В смысле, по большому счету, вот, ну, младший там, 7-8 лет, я думаю, что в следующий раз уже просто в цирк пойдем все. Ну, то есть уже с елками навзовет. Это все-таки для маленьких. А то так? Есть самый старший возраст 8 лет для такого представления? Не, я думаю, что лет 10. Вот это все, это предел. Хорошо. Спасибо большое. И вам.